Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к нам на ремонт поступил вот такой вот триммер Elmas. Очень хороший, интересный триммер. Фирма сама по себе очень хорошая. Вот, причина обращения не заводится. Вот, а если заведешь, то нету мощности. Как-то вот так он выразил клиент. Вот, и говорит, заменил карбюратор. Видно, что карбюратор стоит новый. Карбюратор не дешевый. Вот, но после замены карбюратора причина не ушла и не заводится по-прежнему. Вот, мы провели диагностику, и оказалось, что здесь все очень просто. Если мы посмотрим в выхлопное отверстие, то видим, что оно забито основательно. Поршень почти не видно, там буквально со спичку дырочка. Вот, плюс к этому сам глушитель тоже забит. Вот они все эти, нагар весь, и внутри выхлопное отверстие вот здесь вот тоже забито. В такой вот ситуации триммер работать не будет. Не то что некорректно, возможно, даже вообще не будет, вот как данная модель. Замена карбюратора, соответственно, проблему не устранит. Это просто вот человек выбросил деньги, причем деньги неплохие, на этот карбюратор, и все без толку. Сейчас мы почистим все это от нагара. Вот, отверточкой помоем все это бензинчиком, соберем и пойдем попробуем завести, посмотрим, как себя поведет данный триммер. Итак, аккуратненько мы почистили отверточкой выхлопное отверстие, помыли там бензинчиком все. Вот, видите, насколько увеличилось у нас это отверстие. Также почистили, насколько это возможно, глушитель. Здесь, здесь. Вот, приступили к обратной сборке. Сейчас прикрутим глушитель и пойдем попробуем заведем. Дорогие друзья, вот он наш с вами триммер Elmas, на котором мы прочищали глушитель и выхлопное отверстие вот здесь вот. Сейчас мы его заведем и посмотрим, как наш двигатель набирает обороты или нет. Работает нормально, холостой ход отличный. Всем удачи, пока.